Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня мы попробуем апнуть ранг на агроваре, потому что тут Midnight, ранг это еще не наступил. А на Midnight стартовать не хочется. Поэтому попробуем что-то сделать. Также откроем паки спустя пару каток. И сделаем делик. Делик — это самое легкое из того, что сегодня запланировано. Пока я буду раскидывать оповещения в телегу и дискорд, ставь лайки, подписывайся, звони в колокола, пиши комментарии, если у тебя есть на это желание. А тем временем оповещения полетели, в телегу улетели, в дискорд тоже сейчас полетят. Чуть попозже подрублю музыку. Опа. Спасибо за фоллоу. Здорово, Аллегра, спасибо. Тебе удачных игр. Такс. Музыка. La musique. On de l'opéré. Соль воды. Хлебе, соль воды. Un, deux, trois, trois. Секундочка французских звуков или легкий трепет. French. Сельвардо, бонжур, and фонг. Такс. Вроде как я все раскидал, все оповещения, все оповещены. Кто хотел, тот оповестился. Итак, сегодняшняя тема стрима — это нытье по поводу... О, уже пропали. А я заскринил. Я заскринил. Ладно, потом покажу. Нытье по поводу того, что... Джек Дэниелс. Здорово. Ого. Guten Abend, good luck. Немецкий. Guten... Так. Guten. Итак, нытьё по поводу того, что какого-то хрена разрабы начали опять закупать рекламу у зарубежных твитчеров, стримеров твича. Здорово, Андрей Икс. Вчера я заметил одного челика, у которого был онлайн в годсах, при том, что у него было 40 тысяч фолловеров, 1200 онлайна. И у него в этом баннеры везде висели с годсами. И там и на экране, и под стримом. Ну явно, ну не просто же так челик зашел поиграть, правильно? Сегодня, ой, ё-моё, что это такое? Почему они не все поменяли? А нельзя никак обратно это вернуть? Что это такое? Это... Кошмар. Это мобилка, да. Что-то... Видишь, мобилка тут... Монет, все теперь поменяли. Непривычно. А нельзя обратно все поменять, а? Центр. А карты можно по центру и справа, видишь? Ах ты... Гнидычи какие. Теперь надо вот так делать. Что я говорил? Да ужас, Андрей Икс. Нет, можно только еще хуже сделать. Кошмар. Как теперь в это играть? Тут справа место пустое. А где... И что сюда засунуть? Баннер с годсами засунуть вправо внизу. Блин, я заходил на стримы к чувакам, там ничего такого не было. Но это я ожидал. Амбереро. Блин, у меня, я не знаю, диссонанс мозговой активности. Ладно. Справа пустое место для камеры стримеров. Иногда...
А я не, я им помню ударил, я им помню ударил. Иман и красавчик просто. Иногда, когда запускаешь через планшет стримы на Твиче, то справа внизу, конечно, Poison. Ну, чего у тебя нету? Вот скажи мне, Deception. Кажется, у него есть все абсолютно. Сейчас буду импом бафнутым просто ломать себе лицо. Crash time. Get over here. Ты можешь засунуть туда свое лицо. Короче, есть такая штука, как приложение Twitch на планшете. И иногда, когда на планшете открываешь чат, то видео не форматируется, просто вот здесь вот на полэкрана становится чат, и не видно ничего, что находится вот тут, вот тут, вот тут. Просто вы посмотрите, вот у него есть все, все, что нужно. У меня нету ни хрена. Вообще. И у него еще карт много. Что это за такое? Почему они так сделали? А по сути они не сделали вообще ни хрена. Ну ни хрена они не сделали. Они вот это они делали 2 месяца. Он еще бафнутого протектора у меня спер. Что за гнида? Ломаем бабл. Push time. Хоть не лагает. Здорово, Хантер. Хантьен. Таунт. Просто все, что нужно есть. Все, таунты, ремувы. Лучше бы они с рандомом поработали. С раздаванием карт. Вот этой вот шляпой страдать. Они хотят усидеть на двух стульях. Но получилось... Ну, получается у них только сесть на член. Большой толстый член, который они не видят под своим очком. Просто как? Как можно сделать такое? Конечно, понимаешь, что нужно меняться там, развиваться. Санктум, да, что-то планирует с ним сделать. Фавор теперь справа надо смотреть, а не слева. Еще таунт. С фавора. Если он сейчас будет что-то ставить, ударит мне, например, в лицо, заберет серванта, потратит 3 маны, 4 маны останется. 4 маны таунт он уже никакой не поставит. А, вот так, да? Это невозможно. Сколько можно, Deception? Сколько нахрен можно?
испытывать судьбу. Я? Ну, я только голову помыл, думаю. С ним кайфом. От чего? Кто? О, так. Сразу видно, стримеры не заносили денег. Разрабы могут только сесть на члены, все верно. Надо тогда пару чемпионок прикупить. Чемпионок? Зачем тебе чемпионки? Одно хп. Где кнопка консит? Во, я нашел. Вот это мне получается хорошо. В этом я молодец. На Midnight Shadow. На Midnight Shadow. Проигрывать. Хотя, может, за такую рекламу они рассчитывают. Какую нахрен рекламу? Я уже сказал, на что они рассчитывают и что получается. Приручение современной аудитории. Современная. Игра, кусок говна. Какая современная аудитория? Современная аудитория играет в Доту и Fortnite. Им вот эти вот картонки ваши неинтересны. Несмотря на то, что тут NFT, какой-то второй уровень эфира, Immutable X, что такое Immutable X? Как можно было назвать проект Immutable X? Immutable X. Нужно скороговорки скороговорить, чтобы выговорить это название. Immutable X. Похоже, как будто бы какой-то антидепрессант. Говно. Неизменных хуй переводится. Тогда все понятно. Просто у меня мозги ломаются, как я вижу этот интерфейс. Хочется рассказать этим разработчикам, кто они такие, сколько у них IQ. Ладно. Полетели спириты. Полетели спириты как-то на International. И выиграли его. А где смеяться? А тут не надо смеяться. Конопи. Давай, браза. Конечно. Midnight, Shadow, Aurix, Solara, Mythic. Одна и та же басня. И где лебедь, рак и щука пытаются вытянуть топ-дек. Но получается только... у Воза. Потому что он отныне там. Принесли карты влево, чтобы когда на телефоне играешь, не мешали кнопки. Они сделали функцию, которая разорвет вам мозг просто. Вы поняли? Вы можете себе представить, до чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Каковы перспективы бить в лицо? 8 урона, останется 14 или нет? 13. Но явно же Wildfire. Ну, кто думает, что это не Wildfire? Я думаю, что это Wildfire, и даже думать не стоит. Как может быть не Wildfire? Ну вот как? Как может быть не Wildfire? Молния. Не Wildfire.
пара карты в правый угол сделать. Даже австралийская игра у них норм будет. Все верно. Норм. Нормально, это когда ты выходишь из своего ранчо, оглядываешься по сторонам, и когда ты посмотрел на правую сторону, увидел степь, и не успел посмотреть на левую сторону, тебе прилетает сразу хук справа от кенгуру. Вот это нормально. А карт справа, это не оно. Карт справа, это для ваших там западных. Кто там находится по ту сторону океана? Тут нормально. У нас своя политика, свои стримеры. Мы тут вам не комки из пупка катаем. Мы игру NFT-шную делаем, если что. NFT-игра. Мы крутые. Мы зарабатываем на комиссии от продажи, покупки наших NFT на проекте MX. Кто выговорит, дадим 5 баксов. Может быть, придет пушка. Ладно, рискуем. Можно еще четные карты слева, а не четные справа. Когда за ноль по центру. Вот эта идея, напишу им. Джек Дэниелс. Ты меня еще... Кто меня спрашивал там? А, это Хантьен. Идея, конечно, интересная, но... реализовывать ее я не стану. А за это мне премию точно не дадут. Как там ФРС? Чего решила? С 6 или с 5 часов только открывается американская биржа. У Тама здорово. Когда она откроется, все будет зеленое. Правда, так и не понял, к чему ты это. Потому что всегда, когда идет заседание ФРС, всегда они надувают рынки в ожидании чего-то хорошего, там 1-5% роста идет. А потом, когда уже вердикт огласили о процентной ставке, тогда уже подключаются реальные брокеры и начинают либо продавать, либо покупать еще больше. И, ну, чаще всего до объявления надувают, а после объявления резко начинают продавать. Если ёбнут биржу какую-то или крипту зарегулируют, тогда может что-то крутое бахнуть. Сначала все упадет, а потом только выйдет новость о том, о чем ты пишешь. Если ты думаешь, что все работает по-другому, еще есть время опомниться, сеньор, так как вы обосрались. Так. Один рарный пак. Ой, две рарные карты. Такой мусор, если честно. Такой мусор. Мне эта помойка красиво выглядит возле дома, когда рядом с ней бомжи соберутся. Что это такое? Как это назвать? Да. В офис Binance приходят люди... Все пакуют.
Вот когда все идет минус, там биткоин по 1к, бинадяга. Да и Binance имеет много денег. Но даже если он закроется, биткоину... Ух ты! Легендарка. Герсеми. Такая полезная. Барончик это хорошо. Барончик это дорого. ФБР. Какой там ФБР? Там все куплено. Пока ты не заскамишь всю биржу, а тебя даже никто знать не будет. Чисто там кто-то донатит в правительство. Приходи на Амазон. Это знак, ты думаешь? Нет, это не знак. Это мусор. Не стоит собирать мусор с помойки, даже если он выглядит неплохо и блестит. Кто-то его выкинул. А если ты подберешь, то ты будешь ниже социальному статусу. По крайней мере, в своих глазах. Но врать ты можешь себе что угодно. Что это за Single Combat? Есть Mortal Kombat, есть Wombat. А что за Single Combat? Friendly Creature 2.2. Before it attack. Посрать. Привет. ЦРУ, ФБИ, ГМО. Чё ещё? Какие ещё аббревиатуры? Поиграем в аббревиатуры. Самонаяривание. Ну, каждый дрочит, как он хочет. Дает баф существу пострадавшему. Здорово, Аллегра. Если не здоровался. В общем, не метовая карта. Эпический пак. Как одна наварь, которая... Единичка. Понял. Эпик. Shadow Камонка. Эклипса. Как же пеньки всех трахали за две маны? Как же, блин, было неплохо. Не то, что ваши интерфейсы измененные. Я хотя бы выиграл у природки. У природки я выиграл. Или я заблуждаюсь. На Миднайте-то не выиграть. Здоровый пам. Обзор карт МЖС это современно. Это обзор мусора с помойки. Не путай. Не путай вещи. Shadow карта, прикинь. Камонка. Нужен ли каптейн? Вот это может залевиться. Я хожу второй. Не знает, когда МЖ-сет закроется. Он уже закрылся, в смысле. Это будет ремув. Баф. Ух ты, ух ты. Алмазная рубашка. Потенциальный шейх. Никто мне не платит. Ни вот эта MSE приписка мне не платит. Ни вот эта игра мне не платит. А кому-то заливают бабки. Я думаю, не меньше косаря. Может даже пол косаря вечно зеленых. За то, что они просто поиграют пару часов в нее. И потупят. Ой, я ошибся. Ой, я ошибся. Не знаю, как это работает. Как же мне насрать. Бабки в кошельке. Я ласкаю кэш. Он в моей руке. Идите все отсюда. Это не ваш дом. Я кидаю картон. Ведь он мне не нужен. Т
Давай, паладин, покажи дороговизну своей колоды и своего стола. Оправдай мои ожидания. Хочу увидеть силу легендарных карт. Я агровоин. Почему у меня четверки, а у него единички? What is it? Здорово, Citizen. Как оно? Че выпало? Че кому выпало, кстати? Хвастайтесь доганами. Вы строите парад легендарок. Конечно же, еще одна леви. Как же? А нет, это не... Просто заремувил. Так дешево. Здорово, Латка-Латка. Иван, как твои успехи по покорению Миднайта? Стабильно трахают. Такие все успехи. Ничего не выпало? Эх. Я не буду хвалиться, то ты обидишься. Чё мне обижаться? Я ни на кого никогда не обижаюсь. Или лишь только отделяю... Кого я отделяю от кого? Надо подумать. Деган не выпал, но Срикпака выпал. Серис сегодня. Ну, Серис это вроде топ-2 легендарка. Хорош. По стоимости. Зерно плевел. Ну, вот я подумал об этом, но не то. Нет, это не то. Я еще подумал, плохой от хорошего, но я подумал, кто я такой, чтобы... Плохой, делить что-то на плохое и хорошее. Что я отделяю от чего? Я ни на кого не обижаюсь, но... Ну что? Но... Не признаю бесчестия, вот так. Вот. С момента, как перестал играть в Годси, перестало выпадать. К сожалению, но... Нужно соблюдать условия. Условия... Как это? Пользовательского соглашения. Закрутил. Зачем я ударил его? Ладно. Просто борьба за стол, в которой я теряю хп. И это еще даже импы не вышли на стол. А, ну все, понял. Понял. Где как? У меня... Мне выпадает только кал из заднего прохода. И то не всегда. Иногда приходится потужиться. Это база, да. Без этого никак. Так врачу, если прям выпадает. Нет, ну... Контролируемое выпадение. Это... Если выразиться... Другими словами, то бомбардировка... Контролируемая бомбардировка керамического трона. Проводится успешно. Поставленные задачи выполнены. Иногда даже без осложнений.
в виде траты излишки туалетной бумаги. А так... О! Мы фул похилились. Ну тогда я умываю руки. Пам-пара-пам-пам. Чувствую, так и с Миднайта улечу. Сейчас за такое название стрима, как меня открутят нахрен. Все, что можно. Да пусть... А я вообще, я не боюсь, я бесстрашный. Пусть только попробуют меня открутить. Я создам такую колоду, которая никогда не попадет в мифик. Пусть боятся этого. Я привык смотреть налево, а теперь направо надо смотреть. Midnight Mythic прям как вот. О, скоро там есть ранг Mythic плюс, ты не знал. Но его нужно заслужить. Еще не было ни одного противника, у которого... Не было бы против меня идеальных ремувов. Пока все базово не используют даже вазелин. Вот так, да? Значит, вот так мы играем. Окей. I don't have without mana. Мазафака. Я хотел меч одеть. Надел меч. Проверяй. Это меч выскользнул из руки. Осечка. А что? А ни хрена. Три маны. Меч, бабл. Нет. Надо делать бровлер. Сюда. И ломаем себе бабл. Он сейчас залюзит левик. За одну ману, скорее всего. Это опять три таргета. Как я буду три таргета убивать? Никак. Нету леви. А, на халяву еще убьет. Круто. Четко, стильно, молодежно. Почему эта колода была 66%, 62%? Что я и так делаю? Ладно, ладно. Окей. Будем уменьшать винрейт до максимума. Я просто, не знаю, с каждым боем я разочаровываюсь все сильнее и сильнее.
в том, что наблюдаю. Так, давайте поищем другую колоду. Возможно, это не работает. Как же ВНК и Fleet Gops? Да! Невероятное удовольствие. Вот, вот этот, вот вижу, вот как Midnight Shadow. Лепота. Аж немножечко в жар бросает. От радости. S-Mific. Price. Где-то вот так. Что мы тут наблюдаем? Зомби. Зомби я могу собрать. А может ли меня собрать зомби? Нужно подумать. Две курсы. Это у меня нету карты. Сколько? 10 годсов? Можешь купить? Или не покупать? 58%? Там же было 70. 75%, алё, какой 58? Что за скам? Чуть не повелся, слушайте, чуть не купил. Изи мифик, да. Изи. Смотри, какой ранг у этого зомби. Мифик плюс, наверное, сейчас будет. Мифик. В мифике это работает. Ух ты. NV Knight. Первое сообщение в чате. Здорово. Я на бесплатной колоде дошел до 8 ранга. Играю меньше 2 недель. Хорош. У тебя еще все впереди. Наслаждайся игрой. Пока она не насладится тобой. Ты не сразу поймешь, как что-то в виде цилиндрической формы проникает к тебе туда, куда бы ты не хотел, чтобы что-то проникало. И как ты почувствуешь боль, ты осознаешь. А, мне заслуженно выкинули из мифика, винрейт солил до 56. Заслуженно? Или не заслуженно? Опа. Пятерки. С двумя урона. Как раз против паладина самое то. Аминомос. Какой ранг? Какой у него ник? Мред Солер. Соляра. Поднялся с 1100 до соляра. У меня сейчас ранг. Сколько у меня очков? Конечно, заслуженно. Куда мне с колоды за 5,5 против шейхов? Вот, а у меня... Вот как раз 1100. Мне кажется, это оно. Это оно.
Копируем. Ну что, в очередной раз мы будем окунаться в зомби-кисель с двумя некроцепторами, двумя обелисками. Array, план-бомбы. Ни одной курсы нету. Ни одной. Есть феи. Блин, у них тоже есть. Empire Reborn. Потому что покупать придется ж. Без курсы, да, мне тоже что-то странно. Виталик. Да, Виталик. Сразу будет у меня в руке тусоваться. Это карта? Она уничтожает существо и призывает две копии, только которые не попадают в Void. У тебя есть Reborn? Ну... Если ты хочешь его мне отдать безвозвратно, то у тебя есть шанс сделать это сейчас. 30 игр маловато. Ну, сейчас мы опустим этот винрейт до 40. Что мы разве это не умеем делать? Делаем это на профессиональном уровне. Давай. Такс. Скопировали. Воркшоп добавляем еще один контейнер с мусором в мою и так уже безлимитную помойку колод. Как же это назвать? Вот так будет. А, вот этих надо купить. Adept Dominicolor. Они сейчас не продаются? Кстати, хэтчкинги. Неплохо. Сколько стоят доминикалеры? Очень интересно. Не то. Можешь, если не сложно... Переводить карты со сложным описанием. Без знания английского сложно играть. Тебе прям нужно переводить все карты, которыми я играю? Вот я не знаю. Я думал над этим. Я думал сделать вообще приложение на Android, которое может, в котором можешь узнать перевод каждой карты. Но потом я понял, что эта игра загибается тут куда-то не туда. И понял, что оно мне не надо. Такс. Мне нужны welcome карты. Welcome set. Но не на смерть, таунты. Метеоритное качество. Естественно, нет у нас на смерть ничего. Сортируем по цене, и они будут самые... Ух ты, видали? 256 баксов стоит за годца. Нету. Давно и не продавали. 50 центов! 50 центов? Серьезно? Вот это вот 50 центов стоит. 41% винрейта.
Я могу с телефона скинуть? Наверное, нет. С телефона ты не сможешь скинуть. Там нужно же подтверждать на MetaMask. Я не знаю, как это работает. Блин, ну это дорого. Какая нам разница, правильно? Мы же все равно не годцы зарабатываем. Значит, куплю сейчас Reborn Citizen. Это та карта, которая продавалась в магазине Болглюк. Ее нельзя было купить. Наверное, поэтому дорогая. Дорогая, я уменьшил детей. Какого хрена? Это очень странно, что она такая дорогая. Ладно. Вердикт сет. Реборн. 3.25 за годцы, 3.60. 13 годцев. Эфиров у меня не хватит, наверное. 2.025. А у меня 3.05. Ну там одна нужна. Че, тогда давай другое поищем. Поищем другую колоду. Агроприродка, 93% винрейт. Ну там, наверное, Даган. Дагана у меня нету. Агровар. Агровар. Это винрейт. Ладно, Citizen. Можешь не заморачиваться. У нас тут Одди. Понял. Амазонки. Я на вам шкалоде играю. Блин, ну... У меня есть какие-то карты. Я не могу на вам шкалоде играть. Я и так в отчаянии. Потому что не бом шкалода ничего не может. Там нужно... Я не знаю как, но... MetaMask скачивать. Авторизовываться там по мнемонической фразе. И как там подтверждать что-то. Мне кажется, через телефон это нереально. Агровар. 95% тоже Одди. Ну, вот эти, конечно, уникумы. Делающие такой большой винрейт. Это же надо умудриться. Во, Одди нету. Но что-то мне напоминает. Вам не напоминает ничего эта колода? 95% чуваки делают на ней. Обед. Есть же прикольное приложение MetaMask, там она работает как браузер. Чтобы подтверждать там же... Во. Мои поражения. Кто-то на мифике просто трахает все, что движется. Просто всех уничтожает, а я не могу. Просто вот одни победы у колоды. Одни победы. Даже на лоу рангах. Давайте, ладно. Второй шанс даем Агровару. Я просто... Мистандерстендинг. Всего, что происходит. Я даже не знаю, но бомж-колоды сейчас какие... Какие можно собрать. Надо смотреть, отталкиваться от того, что тебе выпало из корпаков. От этого уже отталкиваться.
Watch your back. Once more unto the breach. Get ready. Возможно, мне просто нужно упасть очень низко, чтобы потом мой винрейт был 99,9%. Это испытание. Это, знаете, как шахтеры, копающие очень далеко, отчаиваются. А алмазы-то хранились всего лишь за одним ударом кирки. Но они все сдались. Я бы удивился, если бы Олимпиан бафнулся, честно. Потому что это было бы слишком легко для меня. А бафнулся не Олимпиан. Poison. А, у него хайда нет. Хайда не. Может быть, надо все в лицо кидать, вообще за стол не цепляться. Но когда ты кидаешь все в лицо, просто ставит таунт и ты сдаешься. Они поработали над вмещаемостью никнеймов. У чувака просто там половина никнейма не видно. Поработали. Так как никто еще никогда в жизни не работал. 6, 8, 14. Пусть что-то думает, что с ним делать. Так, что делает имп? Годблиц. Годблиц — это ты можешь сразу бить со стола в лицо. После того, как существо атакует бога вашего противника, наносит эквивалентный урон вашему богу в лицо. То есть нанес 5 урона ему, 5 урона и по себе тоже. Это карта. Ча. Конечно, всегда идем крутить рандом. В конце вашего хода, если это существо с наибольшей силой, если это существо с самой большой силой на столе, дает 1-1 слабейшему существу. Написано ее, интересно. То есть да, вашему слабейшему существу. 2... I don't have about mana. Savage, masquerading as a god. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Почему не Хайден выпал? Давай, челик, думай. А, он кинул Хайден. Интересный ход. Но это была ошибка. Нет у тебя маны. Иван. Не покупался коронет? Конечно, нет. Какой коронет? Чтобы коронет как-то использовать, нужно неограниченное количество средств. А просто так, если положить ее в колоду, то скорее всего она тебя заруинит больше, чем поможет.
3 урона осталось нанести. Гориелька. Хайденит Гориельку. О, и разменивается. Зачем тогда лучницу поставил? Есть же колода недорогая, построенная на коронете. Не слышал такой. Я ударил. Следующий ход, он даже кто-то выжил. Неплохо он скопировал. Конечно. Скопировал так скопировал. И сразу таунт. Из двух таунтов в моей колоде ему достался один. Понял. Принял. Эх. А там же нету блица, ничего. Он, наверное, не сможет ударить пушкой. Даже блица нет. Но если он сможет ударить пушкой, даже... Она же не дает блиц. Нет, не дает. Давай, посмотрим. Что там за коронет колода дешевая. Блин, он похилится. Ну почему? Не повезло. В миллионный раз подряд не повезло. И вот опять не повезло. Блин, а можно ссылку, пожалуйста? То я не уверен, что смогу нормально показать эту колоду. Ставка на лицо не сыграла. Не сыграла. Пока стабильно. Сосу. Chosen Light. Паладин, что ли? Через коронет. Я уверен, что у меня даже половину карт не будет. Get ready. Best of luck. Так, у моих ушах пропал звук. Ну это потому, что уши китайские. Надеюсь, у вас все в порядке. Так, ссылка в описании. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Блин, ну 55 баксов, конечно, дешево, но
Скорее всего, все дорогие карты и стоят вот эту сумму, которых у меня нету. Коронет 20-ку, чемпионки есть, этих нету. Этого нету. Да и винрейт у нее такой себе за 20 игр. Аллегра, ну, конечно, колода, кал, не обижайся. Such a hot head. Не знаю, как ранг поднимать, честно. Понятия не имею. Что не кал в наше суровое время? Что не кал, то моча. Как тебе такой ответ? Хуть-ха! Я не говорил, что она прям имба колода, но прикольная. Когда-нибудь вы увидите приколы в Gods & Chains на этом стриме, на этом канале. Но мне должна быть просто вся коллекция, единой карты, чтобы я уже не знал, что делать, и прям приколы исполнял. Что-то как опасно игрового, как описание игрового процесса GO, что не кал, то моча. Ну, все верно. Как может быть по-другому? Интерфейс для мобилок. Когда игра на компе изначально. Изменение карт. Контроль природы, он норм ложится. Контроль природы, говоришь? Контроль природы... Это не про меня. Там мне чего-то прям ультимативного, нам нужен хард финишер. Мне нужно сейчас не упасть ниже Миднайта. Вот что мне действительно нужно. NV Knight. Ты там пиши название карты или что ты... Что тебе интересно понять. И тогда я тебе объясню. Просто если каждую карту буду переводить, это так сильно затянется. Что вся смазка из моего очка просто испарится. Как капли пота на головах африканских людей в 12 часов дня. Хилимся. Раннер раном ставим коронета. А потом
Пока ты будешь искать коронета, тебя уже поставят раком. Пока ты ставишь коронета, ставят раком тебя. Как тебе такое? Что там за выбор из двух лиц был? А, это называется механика... ответил. Temple Fate называется механика. Там есть 6 определенных бафов. И 2 тебе идет случайно. Левый это 100% ты выбираешь баф, правый баф с 50% шансом. Но если он брокает, то ты получаешь и правый, и левый баф сразу. Я не знаю, наверное, так. Нужны рывки были. У Temple Fate есть плюс 1 хп, оверкил, твин страйк, вард. Если ничего не прокнет, то это не повезло. Значит, ты выбрал правую, и тебе не повезло. Что, имп в размен? Контролем стол за счет импа. Сейчас, конечно же, будет какой-нибудь рывочек очка, который его убьет. Либо скилл очек. Давай. Сколько? 3 маны, Одди. Блин, я просто смотрю сюда, думаю, где мана? Куда мне смотреть? Что он кидает? Она справа. Я думаю, да, это сильный, наисильнейший способ показать мне, что я играю не в то, что надо. Контроль переродка. Что за лего? Это легендарка Одди. У нее бабл. После того, как она бьет оппонента в лицо, уменьшается на 1 ману. Случайное существо в вашей руке. Хаймана кост. Рандом Хаймана Кост Крича. Случайное высокомановое существо. В вашей руке. Себе собрал природу с коронетом. Природу с коронетом. Сейчас заценим. Сто сорок шесть. Ну ты шейх. И боры. И все. Хилочки. Вино. Ремувчики. Много ремувчиков. Почему не положил там за 2 или за 3 маны, которые превращает в 0.5? Просто имба против Хелен Риток. Да и против Гидры, если станет. А так у тебя слабость Хелен Ритка Гидра. Ты их никак не убиваешь. В контроле тебе нужно это убивать. Почему, когда я играю в зеркалку против варов, они всегда ставят первыми этот таунт? А мне нечем его убить. Ну нечем, ну как это сделать? Когда я ставлю таунты, они просто щелкаются, как семечки, без шкурки. Просто засыпаются в рот и хрустят.
Когда это проклятие спадет? Perfect. 8-3 как раз. А насрать. 7. Я другая стримана, там нейтралка. Нейтралка, стримана. Конечно, блять, ты ее убил. Превращает случайное существо. Ну так это не случайно вражеское существо, а случайное любое. И твое тоже может превратить. Девяносто процентов винрейта воина. Сколько там у меня уже винрейт? Очень интересно. 40 есть? Хочу, чтобы было 35. Хочу смеяться 5 минут. What you gonna do? Винрейт 53%. Чё так много? Неправда же. Три рывка. Зачем мне рывки, когда я хожу первый? Вар выиграл, но это был не я. Они починили, теперь можно в любое место тыкнуть колоды и появится количество оставшихся карт. Прошло полгода, они исправили один баг. Полгода. Какая нахрен мобилка? Отвечаю, отзывы у мобилки будут либо... 2, либо 3, либо 1, либо 1.5 балла. Если будет 5, вы знаете откуда растут ноги. Накрутка. Помню, когда я первый раз в игре увидел, подумал, имба, сразу пошел покупать ее. Но и я на бу всех была. Если имба. Но она же не у всех есть. Туру-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ру-ру-ту-ту-ру. ХС любил похожую лего играть. Блин, я в ХС поиграл, может быть, год, когда он только стартанул. Все, потом я, помню, играл еще когда были аддоны. Вот это я разогнал перчика. Видишь, как я разогнал? Повесил твин страйк, оверкил. Ну, мне, конечно, повезло люто. Просто повезло за все невезение, которое со мной было. Ну, конечно, сейчас меня вытрахают, как кое-кого, кое-где.
Еще бы меня не заремовили. Смотрите, вот поставил таун с баблом. Сейчас он будет вытрахан за 2 секунды, как семечко без кожуры. Там тоже перевращало рандом в 1-1. 5-5. Прикольно. Тоже хотелось поставить вместо нее, денег не хватает. Копи. Если есть такое желание. Да, таун с таунтом он, конечно, разобрался, но хлебало у него, конечно, отлетело. Без вариантов. Виспы тоже не нужны. Виспы — это не та карта, которой стоит играть. Вообще даже близко. Теремоцию, чтобы нажать, надо влево тянуться. Конечно, австралийцы. Твою маму. Австралийцы, твою мать. В общем, я брал 7 и 8 маны дроп и добавил больше контроля стола. Экспериментируй. Сколько я там форманул? Сотку хотя бы есть. 240 фрагментов. Так, у меня 3 из 8. Если что, держу в курсе. Процентов винрейт у колоды. Не могу с Миднайта выбраться. А если выбираюсь, то в аурике мне так дают распробовать, что больше как будто бы нет желания приобретать продукцию этого бренда. Я делал на мистере Скизе, который с виспами и контролем. На норм играла, когда коронет был не понерфленный. Я редко когда видел коронет на природе. Почти никогда. Пишок. Пишок. Если у тебя билка флип, она не дает наносить самому себе урон при окончании карт в колоде. Как думаешь, есть смысл скупать дешевые кор легендарки в надежде на реворк этих карт? Хрен его знает. Скорее всего, смысла нет. Конопи тайм. Просто всегда. Не нужно мне тут ставить дикобразов. Молния тайм. Тандерколлер. Ты мне служил хорошей службой. Нет.
Хилюсь, живу. Пам-пам-пам-парам-парам-пам. Вдруг захотят бафнуть архетип драконов, например. Они подорожают. Ой, они слишком часто обжигаются, когда что-то бафают. Поэтому они не будут делать ничего. Никого они не будут ни бафать, ни нерфить. Еще очень-очень долго. Просто... Они уже настолько руки опустили, что еле-еле как мобилку пытаются сделать. Еле-еле. Все. Ладон за 58 центов. Извини, не буду тебя покупать. Иван в чате против. Ты можешь покупать, что хочешь. Это твой выбор. Я тут при чем? Можешь купить все карты всех сетов в двух копиях. Какие-то вырастут, какие-то подешевеют. Ты же крипта. Там, кстати, монетки некоторые. Я вчера Владику говорил про пару монеток. Вот монета статус СНТ. Сегодня, вчера ему о ней рассказал, сегодня она помпанулась на 50%. Монетка SafePal, он про нее, конечно, знал, но я ему говорю, сейчас проблемы почему-то с биржами пошли, будет пампиться монетки токенов, монетки кошельков, 30% памп, ТВТшка тоже вроде помпанулась, объемы бешеные. Будет как же, так же, как и вот тут, помпанулась, сливается. Маленькие курсы по криптовалютному миру. Ты как Илон Маск получается, напиши еще в Твиттер тогда. Так я это из Твиттера и нашел. Какой-то челик писал топ-10 монеток по активности Твиттера неделю назад, и там была вот эта статус СНТ-шка. Это и там еще одна монетка была, и вот они начали со временем пампиться. То есть, когда я видел этот твит, они еще не пампились, а спустя некоторое время почему-то они помпанулись. Почему? Не знаю. Но я хожу второй. Иван Гац. Натум путат. Или просто напу. Фух, куда тебе эту картонку кидается? На основу или фри? Ну, вряд ли у тебя есть фри. Я играю основой. На основу. И сложно будет его убить. Блин, паладин. Забафанный единичками просто. А я не могу даже ничего не выставить на стол. Ну и что ты задумался? Маны много. Поржем ему в лицо. Теперь с этой стороны не видно. Вы поняли? У меня вебка была с правой стороны. Я кидал смайлики, они не были видны. Я поменял вебку и теперь... Ник с левой стороны, и опять смайлики не видны, которые я кидаю. Вы поняли? Что они вытворяют?
Какая же мерзкая игра. Они же все равно вернут, я уверен. Они... Сейчас такой хейт начнется у них. Что вы сделали? Опять какая-то херня. Возвращайте все обратно, иначе продадим все NFT-шки. Please end this now. Пошел нахрен. Пошел, коты нахрен. Как будто бы сегодня не четверг, а 3 часа пятница. Ту-ту. Девяносто 95% винрейт у колоды. Надо уменьшать. Где эти оппоненты? Почему ничего не грузится? Что, вашу мать, происходит? Сегодня среда, поэтому кажется, что не четверг. В смысле? Всегда было в среду легко играть. В понедельник, вторник, среда ран капался. Вообще, как раз плюнуть на таких колодах, которые никогда в жизни не знают, что такое победа. Еман. Смотрите. Короче, кто может торговать иностранными акциями? Монетка РИК. Не монетка, а точнее, а акция РИК. Это... Организация по обслуживанию нефтедобывающих платформ в океане. Просто она вышла из тренда в супертренд. Сейчас будет, наверное, расти просто как на дрожжах. У меня было этих акций 10 штук. Я их покупал по 3,5 бакса. Из-за того, что теперь... Мои акции американские все просрали. Не по моей вине. Я только потерял, а не заработал. В целом, как и в крипте, так и в России. Один скам. Инка же в чату, не могу скопировать из описания. Странно, сейчас скину. Ну где ты, оппонент? 7 секунд. Почему это должна быть моя проблема ждать вот это 3 минуты? Не понимаю. Как вообще можно это из этого сделать мобилку? Вот как? Это же откровенное говно. Просто. На мусорке весь мусор с бомжами выглядит приятнее, чем вот это. Смотришь, идешь мимо мусорки, она воняет. Там люди копаются в баках. Ты думаешь, что за хрень я только что увидел? Заходишь в ГОЦ и думаешь, лучше б я остановился и посмаковал на бомжей.
Такое говно. Маркет. Immutable. Immutable. А, что там, лен-бомба? Ну, это база. Тут, конечно, мулигань, не мулигань. Все равно поимею тебя. Они ищут на дне баг, мобилку по Gods and Chain. Все, пришло. Спасибо. Спасибо, Citizen, за N Empower Reborn. Very. Very thank you, boy. Что, будем пробовать, значит, зомби? А, это нубики. Анубики, и две блейн-бомбы, и две блейн-бомбы! Ару, просто арирую. Со старта, две блейн-бомбы. Что знают они, не знаю я. Просто что? Very thank you very much. Просто за 9 карт 3 ремува. 3 ремува. Ты кто такой? Везучий ублюдок. Кто ты, мать твою, такой? Ну и пот, чтобы картон с телефона кидать. Я не знаю, там просто... уничтожение телефонов увеличится в разы. Если раньше можно было разбить мышку, то... Теперь будут разбиваться телефоны. Сид. Спасибо за фоллоу. Возьму сервант. Ты, у него даже Рэй есть. Серьезно? Серьезно? Анубы не носят Рэй. Ты неправильный ануб. У него они что, минтятся сразу в руке? Я не могу понять. Он их печатает на ходу. Как это работает? Просто как? Что это происходит? Что за трэши в канале?
Просто жесть. Рарки. Окей. Зомби, значит, да? Поехали. На 50-литровом пакете. Сейчас будем играть. С перманентным Виталиком. Шестерками в начале, с пятерками. Хотя бы Рэй есть. Рэй есть. Кто там говорил, самого низкого качества карта показывается? Что-то ни хрена. Ну и под картинку с телефона скинуть. Я тебе говорю, это нереально. Ну, я не знаю, как ты это сделал, но... Скорее всего, тебя разлогинит еще... Метамаски с браузера. С котским. Помню, раньше сидел в Диамонде Мифке, сейчас Миднайте трахают. Да просто... Не знаю, какой-то парад везунчиков. Непрекращающийся. Какая-то мобилка у него написана. На урон. Такие лакеры. У него было за 15 карт 4 ремува. 4 ремува за 15 карт. Чел, кто ты такой? Я когда играю на природке, у меня в колоде... Сколько? 4 ремува. И никогда мне не приходят эти 4 ремува. Ну никогда, когда надо. Поэтому я и слетаю всегда с ранга, который апаю. Они еще так слеплены вместе, карты эти. Оставили бы просто вот мана и вот краешек, чтобы видно было, что рарка. Зачем нам видеть все название карты, правильно? Вообще не нужно. Бесполезная затея. Ой, австралийцы, ой, австралийцы. Разъезжают на своих пикапах с кенгуру на пассажирском сидении. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Стримы клади стереотипов про Австралию. В смысле стереотипов? Это все факты. Это про Россию стереотипы, там, матрешка, балалайка. Все такое. Австралия — это факты. Чистейший факт. Едет на пикапах с кенгуру. Ну, такое могут сделать только люди, о которых я сказал чуть ранее. Я не представляю. Адекватно люди такое сделать не могут. Честно. Может быть, они, конечно, на Бали живут. Там, в принципе, то же самое можно сделать. Легко.
Уровень деградирования на Бали, конечно, еще тот. Серфят еще целыми днями. Нет. Если они серфят целыми днями, тогда даже такой код у них времени написать точно нету. Вот и Виталик на третьем мане пришел. На кой хрен он мне нужен? Игра считает, что нужен. О. Еще. Так, забираем ломателя пух. От всяких там обелисков и берег. Так, не то. Лучше бы они серфили, чем людям портили настроение, пытаясь заработать на комиссии. Да, но не на третьей мане. Виталий комба, но не на третьей мане. Поверь. Я знаю, что говорю. Давай, мейнчик. Время передавать ход. Тянет он тебя. Я посмеюсь. Я тебе посмеюсь сейчас. Кину ему овечек. У него одна карта, у него нету маны. Но эта тварь просто не передает ход. Никогда так не делайте. Не будьте конченными. Если уж не верите в свои силы, то лучше просто консиднуть. Давай, мэн, ты сдайся, ходи, я не знаю, что-нибудь сделай, приди, посри там уже, не знаю, чем ты занят, сделай, что ты хотел, и передай ход. Поехали. Садитесь на заднее сиденье. Он даже руны не берет. Точнее, он не берет даже с магазина ничего за фавор. Чистейший бот. Прямиком из Австралии. Ну и ничего. Изика, лучше бы я, не знаю, проиграл уже давным-давно, чем играть против такого. Дарвантофа. Что с гоцами? В такую перевернутую шляпу даже нет желания заходить. Я сам в шоке, не поверишь. Я зашел и думаю, просто что это такое? Зачем вы отзеркалили? Зачем вы это отзеркалили? Кому в голову пришла такая дебильная идея? Ущемление, я бы сказал, межпозвоночной грыжи.
финальной стадии. S плюс. Комин это клипс какой? В Дискорде где-то. В анонсах. Да. И говорят, что ни хрена не сделали, не прислушались к сообществу, сейчас найду. Да ей что скажут написать, то она и напишет. Ты думаешь, у нее есть какое-то право писать то, что она хочет? Нет у нее такого выбора. Full Age. Здорово. Ну рассказывай, как ты докатился до Миднайта. Нет хорошей жизни, не следуешь дно. Я просто играл, не поверишь. Просто играл. И вот тут раз. Everybody. И все. И даже ауриком не пахнет. Midnight. Это то, к чему я стремился. Почему ты говоришь зеленым? Мэнчик. Просто играл все время. А как? По-другому не назвать. Чё-то она пишет. Immutable паспорт какой-то. Поддержка. Только этот шаг будет будущим для гейминга. Чё-то какой-то какую-то ахинею несет. Без понятия вообще, что она несет. Единственное, что видел. The minor change west minor. It was actually very major change in them of being able to the move the card. Изменения не маленькие, а просто огромные. Это гигантские изменения. Две строчки кода и один костыль. Просто иногда вот так одно. Мы сила. Мы меняем мир. Gods and Chain. Хочу Blind Bamboo. Там еще клон студентик, который пишет этот код и не помнит, с какой стороны были карты. А, что я тебе хотел сказать? Ты видел, что они закупают рекламу у каких-то и твитчеров, у которых 1200 онлайн, а там 40 фолловеров. Там и баннеры, там они такие, о май гад! I don't know how to play in the game. I'm sorry, boys. I'm sorry. Здорово, сервис. Просто в шоке. Говорит, что не играет, фига не помню. Да. Очень ли ты напишешь, что support both layer, the friend something could look in.
Очень сложно поддерживать два лейаута. Просто нифига трогать то, что работало, нафиг трогать. А почему бы не трогать? Почему не трогать? Хотят, трогают. Это, конечно, сильная карта. Так, нужно срочно какое-то обновление. О, а давай тупо переставим ману справа налево, а карту с центра вправо, но хуя. Это же ничего не поменяет в игре, ну блять, обещали обновление, сделали обновление. Точно, ты гений. Абсолютно, абсолютно. Лучше не сказать. Поменяли слева направо. Обновление. Обещали, сделали. Там же люди с тринкетами жалуются, а чё жалуются? Как у твоего оппонента выше. А, вот такой он маленький. Или что, он на тринкеты закрывает карты? Ну да. Нахрен эти тринкеты нужны? Кому нужны ваши тринкеты? Кому нужны тринкеты, когда мобилка скоро? Кому нахрен нужны ваши тринкеты? Мобилка, вот. Что карты вот закрывают сила. Их тринкеты за миллионы долларов. Вот где сила. Кому нужны эти тринкеты? Камон. Мобилка. Там бабки. А тринкеты ни хрена не стоят, это так чисто потешить эго. Конечно, замес у нас лютый с этим зомби. И уверен, он на седьмую ману поставит Виталика, я не поставлю ни хрена. Я еще правильно поставил, чтобы он бафнул зомби. Ты не понимаешь, любое изменение одной строчки это major patch, major. Почему не international? Почему не international patch? Почему только major? Хочу, чтобы был international patch. Надо аватар богов по бокам. Тринкеты в центр, ждем следующую обнову. Не знаю, мне кажется, все ближе и ближе тот момент, когда GOTS станет скамом. Просто настолько очевиден. Почему у тебя пушка в левой руке, а у врага в правой? Да нет, вроде то же самое. Разве GOTS не скам? Ну, пока нет. Но они очень близки. Карты свои соперника вдоль по бокам сверху вниз. Забиндить и заживем. Не, ну как бы... В этом нету смысла. Смысл есть в том, что вот слева, справа, как и у Хардстоуна на мобилке. Слева внизу кнопка для лога боя. Ну да, ты видел, какая она? Мейджор. Просто
кликабельность very improved. Твою мать, мне нужно... Вальку. Я надеюсь, сейчас игра перестанет свое существование. Точно, мышка километр нажимать. Будешь постоянно. Какая мышка, Антов? Как, о чем ты говоришь? Мышки не в моде. В моде телефоны. Мобилки. Мышки для слабаков. Только мобилки, только... Только казуал. Казуал гейминг. Сейчас Виталик садится. У него есть по-любому Виталик в руке. Он не я. Думаешь тогда, чтобы карты сами ставились... Играли, как у Владика Варпогачера. ККИ? ККИ Автобатлер? Я думаю, они не захотят поделиться этой разработкой со всеми. Это чисто их внутрикомпанейская опция. Четыре, пять, убиваю. Да блин! Я не рассчитывал. Ладно. Ну, а вот и Виталик. А где мой Виталик? Хрен его знает. Я же говорил, есть. Скорее всего, еще не один. Эти анимации такие, ты прикинь, ну в принципе годс особо не жрут ничего, но мне кажется, на телефонах эта игра будет лагать, как и как, я не знаю, на любых телефонах все что угодно почти не жрут. Ну да, но это на компе, а телефон то не комп, правильно? Никак не выиграть. Как выиграть? Никак не выиграть.
Вообще. Бесконечный спам зомби. Я явно не фаворит в этой катке. Странно, что он убил. Не обелиск. Все, уже пошел тильт. Пошли удары в лицо. У меня хотя бы курса есть тут. У меня даже курсы нету за 6 маны. 73% винрейт. Против каких ботов, интересно? 73% винрейт. Когда фронты с ядом выйдут. Последними двумя картами, когда? Когда ты хотел? Никогда. Я даже... Я уверен, что несколько карт я не буду видеть там. 5 каток, 6 каток. Еман. Просто... Не думаю, вообще победил меня. На топ-деках, как всегда. Как всегда, челы на топ-деках. У меня стоял обелиск с пушкой всю игру, и я ничего не смог сделать, понимаете? Суть события. Ни хрена не смог сделать. С некроцептером и обелиском на доске. Просто ничего. Ноль. И почему это у меня нету блайн бомбы? А потому что такова судьба. Когда играешь ты, у тебя нету ничего. Когда играют против тебя, а у них есть все всегда. Семьдесят три процента винрейт, слабый зомби. Не имба. Вот он пришел. Как же они замедлили анимацию, просто каждое изменение. Минус 10 рейтинга с каждым изменением. Минус 10, минус 10, минус 10. Все, а вот тут уже рейтинг отрицательного игры. Я думаю, когда она выйдет на мобилку, у нее будет не больше единички
в Play Market. Потому что если будет больше единички в Play Market, блин, ну я не знаю. Может быть, мы действительно чего-то не понимаем. Сейчас имбоход. Он бафает маньяка на яд. Я консидаю. Нажимаю консид. С чистой совестью. Почему так легко читается? Почему? Почему? Я не знаю. Не знаю почему. Слишком просто проиграть в этой игре. Очень просто. Невероятно просто. Citizen, помнишь, что ты мне какую-то карту дал? Сколько каток я уже сыграл, ни разу ее не видел. И знаешь почему? Потому что это конченая игра. Я в каком-то черном списке нахожусь, наверное. У разработчиков. Какой-то блэклист. Вар на драконах. За одну ману. 2-6. Дракон. Но купить его легко не получится. Я ее не положил в колоду? Да. Отнюдь. Не могу согласиться. Я не положил в колоду только одно. Это удачу. Потому что эту карту я никогда не получу. Ты можешь написать восклицательный знак ID, смотреть мою колоду и увидишь там эту четверку. Но не увидишь ее в игре. За 10 карт 2 блайн-бомбы. Неплохо. Однажды Хемингуэй заказали сделать самый грустный ролик на ютубе. Просто дал ссылку на один стримы. Кладезь невезения. Хемингуэй. Ты ж вроде мореплаватель.
Зачем мореплавателю делать ролики? Писатель. А. Значит, писатель. В ХС есть такое выражение «скрытый пул». Так вот, ты в нем, брат. Да. В этом бассейне я не хотел бы поплавать. Туру-ту-туру-туру-туру-ту. Карты еще прыгают из стороны в сторону. Как-то там говорил major quality. И деки интересные меднайцы. Первый раз такое вижу. Сейчас сразу. Soul Survivor сюда. Такой. Понял. Кнопка Consist, где знаю. Можно не напоминать. Нет. Я сомневался, что в такой колоде есть Soul Survivor, если честно. Какие же они, конечно, быстро действующие, медленно думающие гроссмейстеры Миднайта. Сложно выиграть то, что непостижимо. Прям как священный грааль знаний. Что это такое? Почему они все время плавают туда-сюда? Надо было обелиск ставить слева, так как зомби сейчас не будут бафаться. Citizen, по-прежнему еще не пришла эта карта. Я уже второй раз дохожу до 10-й карты и нету. Вот, эта легендарка берет Аджор, Фронтлайн, Блиц, Протектед и Твин Страйк со всех карт, которые есть в Войде. Еще фланг. Но будет убита так же беспощадно, как и поставлена. Какой баг? Баг головного мозга? Просто это как рандом. Карты раздаются не по определенной схеме, а просто рандом. Не везет.
все, что может. И ничего не может. Да. Еще ни одного хорошего патча, одно говно они делают. И это говно началось с момента, когда начали нерфить природку в МЖ-паке. Когда они начали замедлять мету под предлогом нерфа природок. Пять, сколько, три или четыре патча подряд они уничтожали агроприродку как существо. Которая стороны помешанная, шахматная доска. Была слева, теперь справа. Шахматная доска, хотя бы балансна. Тут до баланса, конечно. Вот, видишь, есть же карта. Ну, мы же все видим ее, правильно? Мы все видим эту карту в колоде. Но по факту ее нету. Нету. Не приходит. Я же не один ее видел, правильно? У меня же все в порядке со зрением, там, с памятью. Насколько я знаю. Может, конечно, это сон. Может быть, и не сон. Во, она мне не нужна. Они, наверное, посмотрели мой стрим. О, он поменял вебку в другую сторону. Поменяем и ману, чтобы развернуть. Гениально, гениально. Ничего нового. Но играть в это больше хотеться не стало. Если это сон, то пора просыпаться от этого кошмара. Я бы рад. Но это не сон. Да, блин, бамбу надо было пожалеть. Мне уже начинают в голову лезть всякие теории. Возможно, у меня такой конченый рандом, потому что не покупаю карты на токен-трове. Но потом я думаю, как они смогут сделать это, если они не могут даже ничего написать адекватного? У них просто не хватит ума. Просто не хватит. Видел, ты в Roblox гамал, а ты на теле что? Не Roblox, а Sandbox.
Это NFT-шная штука, но, как мне рассказал Антофа, больше 5 баксов не дадут за это всю акцию, но в скорое время не пройдем ее полностью. Залутаем, так сказать, как в гоцах по полной. That's not FNAF. Easy money. Easy. Easy 5 баксов. Всего лишь 6 часов твоего времени. Еще одно пиво. Что ты такое? Уникальный кадр. И как не сказать по-другому. Неужели он пригодился? Коброголовый. Рента. Лучник. Ах ты тварь. А ты бабл собьешь себе. Не подумал, наверное, да? Что надо было сначала удариться, а потом уже убивать всех остальных. Бывает, бывает. То, что ты тупой, это не твоя проблема. Это твое наказание. Фрейс. Как там дела в ПВ? Не надоело еще. Эта дрочильня не может надоесть. Прокачиваюсь как могу. Он же еще не использовал ломателя пух, а он его забрал. Я помню. Ой, как же не везет. Как же... О, использовал. Диман, он, конечно, спамит. Что с этим делать? Почему-то я думал про эту карту, и она пришла. Get back. Вот она пришла, когда она мне вообще нахрен не нужна.
принципе, как и все карты в этой игре. Что же они приходят, эти ремувы, тогда, когда не надо? Что же такое? Все не работает просто. У меня не работает все. Все колоды с большим винрейтом тупо не работают. Может, надо отсортировать самым худшим винрейтом? Тогда вообще ни одной катки не выиграю. Как вообще кто-то попадает в топ 20? Такие всем удобные, конечно, соперники попадаются. А мне, наоборот, такие неудобные. Когда этот разворот начнет случиться? Так это последняя катка. Не получилось апнуть ранг. Просто на миднайте проплавал 2.5 часа. Контроль... Да! Контроль воин. Контроль воин, я даже с миднайта не вылезу. Тут можно даже не проверять. Вангую. Контроль воин, это смешной. Если я не могу победить на зомби, когда у меня посох с обелиском стоит на столе. Хотя и челик на этом зомби просто в соляру вылетел, как пушечное ядро. Просто. Я ничего толком не могу поставить, так как одни пятерки в руке. У него одни пятерки в руке. Просто какой смысл в том, что я играю? Какой нахрен смысл? Если все не работает, что я делаю? Получается, страж Миднайта. Это проклятие Миднайта, а не страж Миднайта. Кайфую на Миднайте под фонг. Да. Первый и последний раз. Если бы мне кто-то задонатил денег, чтобы я поиграл в эту игру, я бы в нее никогда в жизни не возвращался.
Кому я нужен? Кошмар, просто кошмар. Приму карту в подарок. Приходи с игры. Ты... Губу закатай. Картоприемник. Пам. Все. Хватит с меня на сегодня. Этого веб-скама. Всем... Ладно, подведем итоги. 287 фрагментов. Это больше, чем вчера. Целых 4 победы. 4. Я даже не заметил, как я сделал эту четвертую победу. 4 победы из 10. Вау. Целых полтора годца. Полтора годца. Вы можете себе это представить? 1,5. Даже можно купить 3 яхты. 2 дома в Сан-Франциско. Дальше больше. Дальше все. Сколько у нас получилось винрейт? 42%. Завтра будем пытаться делать то же самое. 42% винрейт на зомбях. 53. Да как 53 на варе? Не может быть. Должен быть меньше. Меньше 50 должен быть винрейт. Не может этого быть. Все. Такие вот приколы. Всем спасибо. На сегодня с меня хватит. Завтра тоже покатаем. Попробуем апнуть ранг. Может быть, получится. Все. Всем ББ. Удачи. Армобла собрала, можно лофать. Какого бабла? Хочешь, я обратно ее дам? В чем проблема? Сейчас сразу заныл. Мне нужно офать. По времени нужно офать. Завтра продолжим. Не переживай. Все. ББ. Удачи. Победы в... матчмейкинге, апайте мифик, не повторяйте моих ошибок, если они были. Всем удачи, всем пока.